Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня для вас два небольших видео. Первое видео — небольшой ремонт двери на GMC, и второе видео — мой новый инструмент для измерения диагонали на кузове. Итак, небольшой ремонт двери. Для этого ремонта буду использовать споттер. Разбираю дверь и начинаю ремонт. Итак, работа с железом закончена. Отдаю машину для покраски. После покраски я собрал дверь, и на этом ремонт закончен. Ну а теперь мой новый самодельный инструмент. Буду использовать старый штатив от фотоаппарата и дальномер. От штатива мне нужно 3 ножки. Две ножки я обрезаю и с этих кусков сделаю точки для измерений. Длина этой части должна быть такая же, как эта. В
приклеиваю наконечники и все места соединений. Итак, саму линейку я уже закончил, осталось совсем немного. Теперь мне надо установить дальномер. Делаю для него крепление и приклеиваю. Делаю измерительные наконечники и точку для регулировки расстояния. И вот результат. Теперь я имею лазерную измерительную линейку. Максимальная длина линейки 2 метра. Ну а на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!